С 21 ноября вступают в силу изменения, внесенные в региональное законодательство депутатами Мособлдумы. Законопроект предоставляет право бесплатного проезда на транспорте Москвы пенсионерам в возрасте до 60 лет, а также одному из опекунов, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту. Теперь они смогут воспользоваться этим правом и на московском метро, включая МЦК и МЦД. Это 486 тысяч новых льготников, среди которых немало жителей нашего муниципалитета.